Привет всем. Пару слов о внезапной смерти. Вернее, внезапной сердечной смерти. Оказывается, не такая уж она и внезапная. Если за 2 недели до появления события примерно половина с теми или иными проблемами обращаются за консультацией к врачу, а каждый 14-й даже госпитализируется. Наиболее частыми ранними свидетельствами возможной в ближайшее время внезапной сердечной смерти является возникшая одышка, неприятные ощущения в груди, а также аритмии сердца. Другие симптомы являются значительно более редкими. Спросите, что делать? Тем, у кого такие симптомы появились, необходимо не отмахиваться от своего здоровья, а обратиться за консультацию врачу. Врачу же необходимо быть более внимательным к своему пациенту. Что так говорит вот эта публикация, доклад по которой был представлен на Европейском 2020 конгрессе кардиологов.